Всем привет, всем доброе утро. Рад приветствовать вас на своем канале Lexus Subarista. Это видео часть 2. Тема обрыв цепи бензонасоса, то есть отключение бензонасоса при включении газового оборудования. Значит, двигатель я сейчас завел, подключил, значит, свой компьютер к контроллеру газового оборудования. Значит, подключил свой телефон, программу Торк, чтобы смотреть топливную коррекцию. Сейчас показывает, что смесь немножко богатая, и это только хорошо. Я всегда вот держу так. Вот. Значит, что смотрим? Самое первое, на что надо обратить внимание, check engine. Когда вот у меня газ включен, у меня бензонасос отключен, стоит там реле. Вот, бензонасос отключен, check engine не горит. Check engine не горит, то есть никакой ошибки по этому поводу не выдает. Хорошо, отключаем. Ничего не произошло, мотор также продолжает работать. Включая газ, щелкнуло, ничего не изменилось, мотор работает ровно, ничего не меняется. Хорошо, значит, я уже заранее тут выставил, вот заходим в установки газового контроллера, переключение на бензин, ставлю максимальные обороты двигателя 3000, для того чтобы, ну, обычно у меня больше 4000 стоит. 4500. Для того, чтобы... Ну, сами понимаете. Вот, поставил 3000 оборотов при включении. Сейчас я втоплю немножко. Так, мотор работает. Никаких ощущений дерганий нету, то есть машина пока стоит без нагрузки. Я поднимаю обороты более 3000, провалов нет. Вот у меня, видите, да, мигает, это бензин. Вот щелкнуло, газ, ничего нет. Так, дальше едем дальше. Значит, я оставлю все так, на газу. Поставлю селектор сразу на режим спорт и поставлю здесь не более второй передачи. Так, посмотрим. Пусть все машины проедут и проверим все при езде. Будет ли дергаться машина или нет. Так. Поехали. Вторая передача. Так, если газ сильно не нажимать, то дерганий нет. Если резко, тоже нет. Так, здесь мы повернем направо и тоже попробуем. Щемки. Так, разгоняемся. Так, если интенсивно разгоняться, то есть небольшое дергание. Так. Так, ладно, замедлим ход. Так. Так, 2000 оборотов. Так, видим, да? Ага. Машина дергается. Ну ладно, машина дергается, но продолжает ехать. Бензонасос почти что успевает. Поставлю селектор на драйв
И попробуем мы все то же самое при обычной езде. Как все это будет отрабатывать. Поворачиваем еще раз. Так, пропускаем, главная дорога. Так, при обычной езде. Ну, есть дергание чуть-чуть. Данное видео я буду выкладывать сразу, без обработки. А цель этого видео для того, чтобы развеять все мифы. Мифы ничем не обоснованные. Будет ли машина подводить, убьешься ли при обгоне там и так далее. Будем сейчас, вот опять поворачиваю, и теперь я втаплю, вот еду на первую передачу. Ну давай, так, есть небольшое. Что такое? Ну, коробка тупая. Тут Lexus. Надо как-то. Вот там сейчас я разгонюсь до 80. Резко нажму на газ. Ну, дергает, конечно, дергает. Мы тут развернемся. Так. Тут у нас 40 км/ч. Короче, одним словом, дергание есть, но бензонасос успевает. Я не знаю, насколько это страшно для мотора. Я поставлю переключение на бензин на 5000 оборотов. А прямо сейчас я это и сделаю. Так, компьютер потух. Так, поднимем. Пусть 5000 будет. А в реальной жизни как бы до 5000 оборотов у меня и редко поднимается, даже когда я завершаю такие обгоны. Вот. Ну, будем наблюдать. Одним словом, первое заключение. Check engine не горит, ошибок нет. Второе мое заключение. Дергание при езде небольшое есть, но не страшное. Вот. Ну все. Но не страшные для кого? Для человека. Для, то есть бензонасос догонять успевает при включении. Но насколько это критично для мотора, вот это уже другой вопрос. Желаю всем добра, удачи, хорошего настроения. Не осеннего, а летнего. Или весеннего даже. Всем пока!